Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году стала главной темой селекторного совещания под председательством Дмитрия Медведева. На видеосвязи и наш регион. Вениамин Кондратьев подводит итоги на финишной прямой перед 1 сентября. Все школы региона оснащены тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Библиотеки снабжены учебниками. На эти цели потрачено почти 700 миллионов рублей. 1 сентября в школы Кубани пойдут 650 тысяч детей. В День знаний для них откроют двери 5 новых школ.